Спортивно-оздоровленческий центр открыли у городском поселку Брагину день проведения областных дожинок. Одночасово тут могут заниматься до 100 человек. Открытие объекта стало протягом реализации программы развития малых городов. Ранее такие объекты были открыты у Веце и Житковичах. Что тычется Брагина, то до открытия специализованного комплекса занятки проходили у непристосованных помешканнях. У новым будинку, який ранее належал до СААФ, разместились тренажерные залы и залы тяжкой атлетики. А кроме того, тут можно проводить поборництвы по волейболе, баскетболе, гандболе и мини-футболе. У фитнес-зале будут заниматься не только профессийные спортсмены. По словам керавництва областного управления спорту и туризму, в ближайший час тут откроются еще несколько новых секций.